Жители китайского города Сяньнин выстраиваются в очереди перед зданием местной больницы. Город находится в провинции Хубэй, эпицентре распространения коронавируса. Здесь постепенно отменяют карантин. Однако недавно местные власти ввели новое правило, чтобы выехать в другие части Китая, необходимо пройти тест на коронавирус. Многие жители Сяньнина работают в крупных городах, таких как Шанхай. Эта очередь начала расти еще с 4 утра. Однако позже врачи сообщили, что здесь больше не делают подобных тестов. «Мне нужно сделать нуклеиновый тест и получить сертификат здравоохранения, чтобы выехать. Мне также нужно приглашение из места назначения. До вчерашнего дня требований проходить нуклеиновый тест не было, все началось вчера». «Мы пришли сюда в 4 утра. Теперь врач сказал, что они прекратили делать нуклеиновые тесты. Как мне выехать без этого теста? Я не только не могу сесть в автобус, я даже билет купить не могу. Властям на нас наплевать. В больнице не проводят обследования». Китайские власти пытаются как можно быстрее снять карантин, чтобы избежать краха экономики. Так, провинция Хубэй сообщает, что новых случаев инфицирования COVID-19 больше нет. При этом из независимых источников поступает информация, что болезнь по-прежнему распространяется, однако новые случаи просто не учитывают. Многие местные жители переживают, что в регионе может начаться новая волна эпидемии. «Когда город снова открывается, все, кто 2 месяца сидел дома, выходят. Если на улицах будет слишком много людей, то я боюсь, инфекция может снова вернуться». В провинции Хубэй проживает около 60 миллионов человек. Она включает и город Ухань, где впервые начал распространяться новый коронавирус. Как ожидается, карантин в городе перестанет действовать 8 апреля.